Отчужденность во время смут. Отчужденность во время смут. Отчужденность, каков его смысл? А это чтобы ты был чуждым среди людей. Чуждым среди людей. И держался твоей религии. Даже если большинство людей на заблуждении. Даже если ты стал чуждым для людей, терпи на этом пути. Продолжай быть на истине. Пусть тебя это не заботит. Довольство людей или гнев людей. Не занимай себя этим. Займи себя этой религией. Это нуждается в терпении. Возможно, люди будут плохо относиться к тебе. Возможно, будут унижать тебя, плохо говорить о тебе. Однако терпи в отношении религии. Терпи в отношении того, что тебя постигло. Таким же образом к отчужденности относится, чтобы ты удалялся от смут, сторонился этих смут, даже если ты один. Не заходи в эти смуты. Если ты войдешь в эти смуты, то не обезопасишься от них, если не пожелает Аллах. Однако, если ты отдалишься от них, то ты защитишься от зла этих смут. Однако это нуждается в терпении. Даже если ты пасешь овец вдали от людей, то ты удалился от смут. Или живешь высоко в горах, в одиночестве, вдали от смут, и при этом с тобой твоя религия, то это лучше для тебя, чем быть с людьми, находясь в смутах. Удаленность и сторонение от смут – это путь к безопасности. И это нуждается в терпении. И это и есть отчужденность от смут. Ты станешь чуждым среди людей. Выйти из дома и отправиться пасти овец. При этом пасешь овец и проявляешь стойкость и терпение своей религии. Это лучше для тебя, чем отправиться к правителю или его заместителю. Это лучше для тебя, особенно в последние времена. Карьера, положение, власть. Это все уйдет. Исчезнет мирская жизнь. Это все уйдет и исчезнет. И не останется из этого ничего, кроме твоей религии. Держись ее и терпи на этом пути. И то, что постигнет тебя, терпи.